С начала пандемии COVID-19 прошло уже более полутора лет. Человечество активно борется с новой болезнью и побеждает во многом благодаря массовой вакцинации. И хотя ни одна разработанная вакцина не дает 100% иммунитет, тем не менее даже эффективность 80-90% обеспечит надежную защиту большинству привитых. Только вакцинация может нас спасти от такого большого распространения этой инфекции. Это создание коллективного иммунитета. Чем больше у нас в городе привьются, тем больше у нас будет создан коллективный иммунитет, тем меньше у нас будет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. На выбор саровчанам предлагают 4 вакцины. Эпивак Корону рекомендуют тем, кто уже переболел. Вакцину Ковивак делают людям от 18 до 60 лет. Их отбирают по ряду показателей. Спутник Лайт подходит для переболевших или ранее вакцинированных. Самая эффективная вакцина, которая существует сегодня, Гамковитвак или Спутник Ви. Это генно-инженерная вакцина, которая создана, то есть там основа – это создание этой вакцины, это все наши вот вакцины, как вот мы от гриппа прививаем. То есть здесь взят убитый вот этот аденовирус, и куда вставили ген белка коронавируса. Вот и все. То есть здесь ничего такого нового нет, опасного нету. У людей, которые перенесли COVID-19, формируется естественный иммунитет, но он недолгосрочный. Вакцинироваться можно уже через 6 месяцев после выздоровления. Доказано, что вакцина дает иммунную защиту на год. По результатам последних исследований, прививка может давать иммунный ответ до 2 лет. Спутник Ви также защищает от мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции. Мы считаем, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны вакцинироваться. Обязательно. Потому что во всей стране известны случаи реинфекции. И, как показывает практика, если пациент заболевает повторно COVID-19, то переносит заболевание в более тяжелой форме. Вакцинация проходит в 2 этапа. После первого компонента формируется частичный иммунитет. Для его укрепления вводят второй. Наибольшая концентрация антител в крови достигается на 42-й день после начала вакцинации. Медицинские работники призывают горожан не рисковать здоровьем своим и окружающих и сделать прививку против COVID-19. Ради своих близких, ради своего окружения, а в первую очередь, чтобы наконец-то побороть эту инфекцию, чтобы достичь коллективного иммунитета и добиться снятия ограничений, о которых сейчас очень много говорится, мы должны проявить свою социальную активность. На прививку можно записаться на портале пациента, позвонить в колл-центр первой поликлиники по телефону 95511, поликлиники номер 2 95577, телефон прививочного кабинета 95549.